Без дыхания жизни нет, без дыхания меркнет свет. Дышат птицы и цветы, дышит он и я и ты. Всем привет, это программа «Умняшки». Сегодня мы говорим про органы дыхания. Ребята, я вам предлагаю немножечко поиграть. Вы согласны? Да. А знаете, что мы будем делать с вами? Кто не слышал об артисте, Бронислав Рулялинском, а живет он в Припивате, в переулке Веселинском. Тетка Труля-Люка и дочурка Труля-Люка, и сынишка Труля-Люшка, и собачка Труля-Люшка. Труля-ля-да, труля-ля, тра-ля-ля-да, тра-ля-ля. Честь и слава, трали славу, Труля-Люшкому хвала. Итак, у нас сегодня две команды. Команда мальчиков и команда девочек. Сейчас на счет раз, два, три я вам передаю баночки с мыльными пузырями. Вы их запускаете по очереди, передаете другому участнику команды. Так? И у кого будет больше пузырей, та команда и победила. Только вы смотрите внимательно. Надо делать быстро и качественно, чтобы и быстренько все участники пузыри надули, и чтобы пузырей было много. Понятно? Ну, начинаем. Раз, два, три. Так, быстрее, быстрее, быстрее. Даник, молодец. Дуй, 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 дуй. Дуй, ты же мимо дуешь. Вот, 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 молодец. Так, давай теперь Грише, отдавай. Молодец, молодец. Ой, как хорошо дуют девочки и мальчики. Ой, красота какая. Молодец, Кириллу отдавай. Давай, Кирилл, давай, давай. Ой, молодец, Кирилл, теперь отдавай Грише. Дуйте, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Ой, какие хорошие, красивые шарики, смотрите. Все, молодцы. Мальчики тоже. Ребят, я смотрю, что вы хорошо справились с заданием. И победила у вас дружба. Где-то кто-то меньше, кто-то больше надул. Да, это ничья. Молодцы. Хорошо потренировали легкие. Ну а сейчас повторим тему нашей программы. Даже мышки, даже мушки распевают труля-люшки. Припевай себе весь народ, припеваючи живет. Труля-ля-да, труля-ля, тра-ля-ля-да, тра-ля-ля. Честь и слава, трали славу, Труля-Люшкому хвала. 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 Итак, давайте повторим сегодня тему нашей программы. Как она называется? Легкие органы дыхания, да? Каких помощников вы знаете у легких? Нос. Нос? Рот. И рот. Молодец, Даник, молодец, Настя. Как сохранить нос и рот здоровыми? Нельзя ковыряться. Еще нельзя грызть ногти. Нельзя грызть? Что? Грязные. И палку нельзя в рот. Правильно, молодец. Нельзя дышать какими запахами? Плохими. Вредными, ядовитыми. Молодцы. Нельзя. Молодцы, ребята. Ковыряться. Да, ковыряться нельзя. Вы очень хорошо все поняли. Что, Настя? Мороженое есть нельзя много. Правильно, Настя. Я знаю, ты что полезное есть надо. А что полезное надо есть? Сыр, гречневую кашу, кашу и лимон. Правильно. Очень полезные продукты. Полезные и очень насыщенные витаминами. Молодцы, ребят. Сегодня мы говорили про легкие, но в следующий вторник мы продолжим тему «Внутренние органы человека» и продолжим говорить о том, что важно и интересно нашим самым маленьким телезрителям. Это была программа «Умняшки». Пока-пока!
Thank you.